Так, сегодня 30 жовтня, 24-й рік. Пока есть время, жена где-то в дороге, дитина в другой спальне, никто мне не мешает. Короче, решил сделать обзор на свой домашний підсилювач, который выслал на продажу. Такий аудіофільський підсилювач Denon PMA 2000R. Это флагманская модель. Такий, ну, крутий апарат. В Ютубі про нього много що сказано уже. Так що я лично, надеюсь, не наговорю. Из всех Денонов, которые у меня были, а у меня были все линейки практически, и по линейке, какие хочешь, блин. Вот это самый-самый. Это на первом месте. Как у тебя колонка, у меня Дельта 70 топовая на первом месте. А усилители из Денон, не из Пионер, из Денон. Это самый-самый по звуку. На втором месте у меня идет топовый 1560. На третьем месте идет тоже топовый 1315. Это тоже хороший аппарат. Ну, конечно, звук вот этот the best. Это самый-самый из всех Денонов, которые я переслушал, блин. Так, ну что, включаем. Так, будем слушать. Источник у нас будет служить Denon CD-проигрыватель 1450AR. Он у меня уже лет 7-8. Я очень много переделал именно обзора на этом аппарате. Здесь стоит альфа-процессор. Крутой ЦАП стоит. Два ЦАПа стоит. И, наверное, один из самых лучших в мире аудио. PCM-1702. Так ЦАП называется. Да. Очень мелодичный такой аппарат. У него детальность такая. Воздуха очень много. А в парочке с этим усилителем это просто сказка. Это просто мечта любого аудиофила. Они очень редко попадаются в продаже. За бугром тоже его тяжело найти. Ну, такие цены, что я выставил на продажу. Он сейчас у меня на продаже. Я хочу продать за 35 тысяч гривен. Он без ремонта. Он был, ну, как уверял он, в одних руках. Но, судя по вот этим мелким косточкам, которые, наверное, сюдяки вот эти ножки поделали, достают туда-сюда, шморгают, блин, и оставляют эти косынки на ребрышко, короче. Ну, оцениваю внешнее состояние на 4 с плюсом крепко. Верх у нее не побитый, не поцарапанный. Бока тоже ровненькие. По косметике это я тут. Ровненькие. Здесь все ровненько. Бока ровненькие. Сзади у него тоже все ровненько. Терминалы позолочены. Огромные такие там. Удобно очень прикручивать к ним провода, бананы вставлять. Короче, такой серьезный аппарат. Мне нравится. Аудиофильский аппарат. Это начальный хай-энд. Это высший хай-фай, кому как удобно. Или это начальный хэнд. В таком красивом цвете шампань. Короче, кому интересно, это вот, пишите там в комментариях, если что, отправим. Упакую. Моя упаковка отправлена на почту, на палете поедет, потому что 20 килограмм, повторяюсь, аппарат очень, очень тяжелый, блин. Сидюк тоже могу, в принципе, продать. Сидюк 9000 за него хочу. Вот. Сидюк в классном состоянии, все читает, все работает. Я же говорю, он у меня уже лет 7-8. Можете в Ютубе посмотреть, я на нем в основном все и делал обзоры. Это очень хороший аппарат, у него вес 7 килограммов, этот аппарат. То есть, как пара, вот как пару могу продать. Будет очень красиво в стойке смотреться. Так, будем сейчас слушать его на моей домашней акустике швейцарской, которая у меня же тоже, наверное, лет 6, еще ни одна акустика ее не переиграла. Это ACR. Вот. Очень крутая акустика. Тут низкочастотники 2 по 21 сантиметр. У нее титановая пищалка 19 мм идет, купол. Идет такой среднечастотный, по-моему, 60 или 70 нужно мерить, не помню уже. Честно говоря, не помню, давно мерил уже. Короче, я эту акустику пока не продаю, но может быть когда-то что-то и этот. И задумаюсь. Ну, в натуральном шпоне дубовом. Такие там у нее ножки. Такие три ножки, такие позолочены, здоровенные. Это акустика, вес одной... Что-то там около 40 килограмм. Короче, я ее, ну, наверх сюда еле поднял, конечно, блин. Очень тяжелая акустика. Сзади два фазика у него. Звук, конечно, тут великолепный. Короче, слушаем это. Подключаем и слушаем. Так. Слушаем джаз. Шикарно.
снимая на фронтальную камеру, задняя не работает. Звук просто космос, блин. Видно нет, мне неудобно снимать, я не вижу нифига. Может, когда-то пересниму это видео. Это просто космос. Эти песочки, вот эти все слышно, много воздуха. Так, по усилителю. Громкость. Работает все плавно. Баланс. Так, этот у меня отключен тембровок, но он у меня в нулях стоит. Полностью как бы. Все в нулях у меня. Правый канал. Центр. Левый канал. Все работает идеально, ровненько. Токи покои выставлены еще заводские. Каналы работают одинаково ровно. То есть включить не надо тут. Ощущается вакуум в регуляторах тембро-блока. Органы управления все целые, исправны. Так, селектор входов. Рабочий все. Реле чистить не надо. Так, вот это компьютер сейчас у меня подключен. Там тоже джаз работает сейчас, ну, включенный. Переключаю бы там, это даже не сап. Там такой отстойный сап, там компьютер, капец. А вот сидит. Вот это тут. Артикуляция, блин. Очень точный звук. Очень сбалансированная акустика. Я говорю, за сколько лет, сука, оно у меня уже лет, наверное, 6-7. Еще, наверное, ни одна ее не переиграл. Я ее, конечно, с Infinity не пробовал так вот в паре. Ну, просто, ну, мне сейчас как бы не особо можно, блядь, это, сейчас поднимать по здоровью. Короче, может, когда-то испытаю, блядь. Но мне интересно. Но это трехполосная акустика. Вроде трехполосная. Сзади шильда на ней нету. Проблема, блин. Ну, это, не могу сказать точно, блин. Но, по-моему, трехполос она, а Infinity 4. Диффузоры полипропиленовые. Ламинат, вот, блин, и вот эта вибрация ощущается, сижу там на ламинате, эти вибрации, несмотря на вот эти плиты, блин, гранитовые, это все не работает, блин, на ламинате. Короче, второй этаж у меня не подготовлен, на первом лучше, где керамика у меня. Тут у меня вибрации такие, что на юбане. Надо готовить это в спальне. Ну, вот единственное, вот глушит вот кровать, стены эти... И газобетонная. Ну, пол, конечно, вибрирует, но я в баню. Так, дальше мотаем. Thank you.
они выглядят сверху, такая форма у них интересная. Еще раз повторюсь, где-то 40 килограмм колонка. Драм вроде бы сейчас играет. Перемотаем. Ну бас тут, блин, они так звучат. Это просто капец. Этим усилком, блин. Очень мощно. Там вам в наушниках, наверное, там позавидуют. Живой, это, конечно, огонь. Если бы не вот эти долбанные полы, ламинированные, блин. Еще раз повторюсь. Акустика RCR. Швейцария. Так, дальше. Тут у меня драмчик записанный на диске. Это шаманская музыка. Громко здесь сейчас. Это такой обзор, так, я не запланировано вам говорить. Ну, такую акустику и с таким усилителем проверяют точно не на втором этаже, это где-то внизу, где по-другому все играет. Ну, короче, как есть. Извиняйтесь еще. Так, каналы работают ровненько, я уже говорил. Так, все у меня в нулях здесь. Высокие, все прекрасно, все крутится, работает. Перед отправочкой, если кто-то кого-то заинтересует данный аппарат, сделаем еще перед отправочкой обзорчик. Клиент останется точно доволен. Не усилитель, а мечта. Просто реально рекомендую, блин. Ребята, меньше читайте эти форумы, блин, и где вам там баки забивают, тупо баки забивают. И вы потом замешаетесь и не знаете, что себе приобрести, блин. Я уже на рынке больше 20 лет, я живу этой техникой, блин. Я по каждому видео тоже говорю, блин. Потому что я люблю музыку, у меня она энергией подпитывает, блин. Хочется жить, короче, блин, с музыкой хорошей. Аппарат очень классный, блин, звучит классно, блин. Ну, рекомендую, если будете таки брать аппараты, то берите сразу и высококлассную акустику, блин. Акустику тоже нужно слушать своими ушами, блин. Вот так эти БНС, блин, вот они стоят 382, блин. Я говорю, я сколько торгую техникой, сколько у меня было такого плана акустика, MB-кварта, ASV, вот такого, большая полочная акустика, типа Кентон Квинта 540, блин, с 300-м низкочастотником. Он не играет и близко, как этот Бионес, блин, с 250-м на сисах. Это просто что-то с чем-то. Я говорю, такого баса я в жизни никогда не слышал, блин. Какой звук у него, ну какой мягкий, такой бархатистый бас, такой обволакивающий. Очень много воздуха в ней, акустика закрытого типа. Я говорю, я для себя немца уже закрыл, я уже даже висих, даже не смотрю в объявлении, все, их даже не рассматриваю как варианты.
Только такого плана акустику Бионет буду рассматривать. И желательно, чтобы была с Audiolab разработка, я уже говорил. Вот класс звучат. Кстати, они стоят у меня на подставочках, вот. Вот такие, она... Смотрел вроде бы этот, вот. Развязочка от пола 22 сантиметра, смотрел. И наклонены немножко назад, там регулировка наклад назад и как бы чуть-чуть назад они стоят. В этом положении, конечно, отмены играют. Так что это smooth jazz. Smooth jazz уже заиграл. Так, дальше. Очень красиво звучат. Ну, естественно, надо, чтобы хорошая запись была на диске, источник был классный. Это самое главное. Так что, ребята, есть техника, усилители, акустика постоянно в наличии. Все, оно практически в супер состоянии. Я только такое покупаю, блядь. Потому что вот эти, блядь, там побиты, там обдерто, там подкрашено, там подмалевано. Это не мои варианты, блин. Так что я покупаю технику всегда. Вот, ну, я сколько уже продал, еще ни один клиент не жаловался на состояние и это. И без ремонтов. Самое главное, что без ремонтов. Колхозники там не лазили, это 100%, блин, я вам гарантирую. Я честный продавец, блин. Так что можете меня на улык найти. Я живу в город Ладыжин. Запоминайте, Винницкая область. Мой телефон 093. 514-51-57. Серж, это я. Мою харю, бля. Не побачите. Также можете мне звонить просто за советом каким-то. Я часто людям советую. Советую людям, что купить, что не купить. Что просто, ну, сейчас время тяжелое. Это война с коцапней конченой, бля. Так что звоните, спрашивайте, я сделал какой-то совет. Я знаю, сейчас много ребят воюет, блин. Ребята, вам уважуха, блин. Если бы не вы, я бы, наверное, тут сейчас не сидел, блин. Очень много моих клиентов на войне воюют, блин. Перемал этот юг. Русню кончено, блин. Ну, может, кого-то обижаю, но это, смотрите, хуйло полез сюда в Украину, блин. На чужую землю, блядь. Тут они, блядь, и лягут. Перепахаем, блядь, с буряками, блядь. Класс. Так что, ребят, обращайтесь. Все. До встречи. Следующее видео будет, я уже говорил, там сегодня утром снимал, на Магнат Вектор 55. Я тоже выслал их на продажу, хочу за них 9000, они в новом состоянии абсолютно, там и звук, конечно, отменный. Недорогая акустика, но я еще раз повторяюсь, недооцененные магнаты, блин. А они звучат просто сказка, блин. Там у них твиттер, по-моему, до 35 тысяч килогерц, блин, разрешение, блин. Там звук отменный, блин. Бас бомбезный. Где ты их не поставишь, везде классно играют. Это будет в следующем видео. Магнат Вектор 55. Ждите. Все. Хай.